«Пятерочка» проведет благотворительную акцию. С 31 мая по 3 июня торговая сеть «Пятерочка» и фонд продовольствия «Русь» проведут крупномасштабную акцию «Корзина доброты» детям. В этот период на сайте корзинадоброты.рф любой желающий может приобрести определенный продуктовый набор стоимостью от 150 до 2000 рублей, который в дальнейшем волонтеры доставят благополучателям. Об этом сообщили ленте.ру в торговой сети. В «Пятерочке» отметили, что проект направлен на сбор продуктовых пожертвований для нуждающихся многодетных семей, одиноких матерей, семей с детьми и инвалидами, подопечных фонда продовольствия «Русь». Цель данной акции – собрать продовольственную помощь для малообеспеченных семей в преддверии Дня защиты детей. Свой вклад внесет и непосредственно торговая сеть, добавив к собранному еще 30% от общего объема продуктов. В результате акции «Корзина доброты» детям помощь получат нуждающиеся семьи с детьми, живущие в 16 городах страны, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Сочи, Краснодаре, Липецке, Рязани, Туле, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Элисте и Кемерове. Также с 31 мая по 2 июня в вышеуказанных городах будет проходить сбор продуктов непосредственно в универсамах торговой сети «Пятерочка». В течение всего дня желающие смогут купить любые нескоропортящиеся товары и передать их волонтерам фонда «Русь», которые будут помогать в магазинах в дни проведения акции. В акции примут участие около 800 волонтеров, в том числе сотрудники «Пятерочки». В общей сложности будут задействованы 122 магазина сети. Список адресов магазинов, участвующих в акции, можно узнать на сайте корзинадоброты.рф, а также на сайте фондпродовольствия.рф. Перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.